Добрый вечер, друзья! Вы на канале «Ухты парахты». В эфире стендап от Златы. Всем привет! Скажите честно, вы ведь ждали мой стендап? Сегодня он посвящен самому веселому празднику – 1 апреля и Дню Смеха. Я, например, решила пошутить над родителями и сказала, что 1 апреля не пойду в детский сад. И знаете что? Розыгрыш удался. Ведь сегодня суббота. Еще этот праздник называется День дурака. Наверное, потому что некоторые шутят, как настоящие дураки. Примерно вот так. У тебя спина белая. Эй, у тебя с науки развязались. Пока суп не съешь. Сладкого не получишь. Это вообще тебе так, супочка. Как же хорошо, что среди моих подписчиков нет таких шутников. Давайте это проверим. Сейчас я буду вам задавать дурацкие вопросы. А вы быстро отвечайте. Сколько дырок в розетке? Конечно же, 3. 3-й это под винтик. Какой месяц самый короткий? Май. Ведь в нем 3 буквы. В каком месяце? Есть 28 число. Конечно, в феврале. Ну, как бы других есть месяцев. Но это ничего. И последний вопрос. Почему собака лает? Ты почему лаешь? Потому что говорить не умеет. Дай лапу. Пишите в комментариях, сколько правильных ответов у вас получилось. Эй! Ставь лайк, если ответил правильно хотя бы на один вопрос. Вообще 1 апреля, значит, весна идет вовсю. Птички там поют, расцветает все. А самое главное, тает лед. Внимание! Главный вопрос. Между кем тает лед? Теперь внимание, правильный ответ. Между нами тает лед, пусть теперь нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем, и сегодня мы только вдвоем. Между нами тает лед, пусть теперь нас никто не найдет. Мы промокнем. Ну что, друзья, вот такое у нас стендап получился. И знаете, умный быть хорошо, но иногда так хочется подлатиться. Днем смеха, друзья! А главное, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Будет интересно! Всем пока!